25 лучших студентов из нашего региона получили стипендию губернатора Ульяновской области имени Владимира Александровича Клауса. Каждый из этих ребят успешно проявил себя не только в учебе, но также в творчестве и спорте. Подробности в нашем репортаже. Стипендию губернатора в 2022 году ежемесячно будут получать 10 студентов средних профессиональных образовательных учреждений и 15 студентов высших образовательных учреждений. Ребята успешно прошли отбор комиссии Министерства молодежного развития на основании достижений социально ориентированной общественной, культурной и спортивной деятельности. Глава региона поздравил стипендиатов и пожелал успехов в новом году. Ребята, которые мы сегодня выручим свидетельство, проявили себя наилучшим образом, достигли очень больших успехов. Большое спасибо вам за победы и достижения, за то, что достойно представляете Ульяновскую область на всероссийских и международных олимпиадах и соревнованиях. Мы вами очень гордимся. Алексей Русских пожелал студентам не останавливаться на достигнутом, покорять новые высоты благодаря своему трудолюбию, усердию и таланту. На мероприятии также состоялось награждение ребят, занесенных в Золотую книгу почета молодежи Ульяновской области. Хочу отметить, что занесение в книгу почета – это лишь малая часть того, что мы можем для вас сделать, дорогие друзья. Вы помогаете нам выстраивать диалог с самой подвижной и яркой категорией ульяновцев – молодежью. Андрей Егоров получил стипендию из рук губернатора благодаря активной жизненной позиции. Молодой человек уже реализовал несколько проектов вместе со своими друзьями по учебному заведению, один из которых связан с логистикой. Схема развоза вакцины оптимальная для минимизации расходов. Также я участвовал в соревнованиях по легкой атлетике с командой нашего института. Студентка Ульяновского государственного университета Вероника Слепченко рассказала, что очень старалась войти в число стипендиатов, уделяла много времени учебе и проектной работе. На 2021-2020 год я старалась, это был год молодых, я писала очень много разных проектов, участвовала в мероприятиях университета, не только университета, города, писала научные работы, занималась активной деятельностью. Александра Киселева учится в Кузоватовском технологическом техникуме по специальности социальная работа. Девушке очень нравится выбранная профессия. Наверное, скорее всего, это старание и к тому, к чему я хотела идти, как раз получить эту премию, потому что считаю это гордость, это уважение тому, что я могу, я постаралась, значит, я не просто так всем этим занималась, участвовала везде и получила эту стипендию. Татьяна Петрухина из Ульяновского колледжа культуры и искусства также стала стипендиаткой. Секрет ее успеха – это активная жизненная позиция и хорошее настроение. Я учусь на специальность социально-культурную деятельность. В дальнейшем планирую стать педагогом доп. Образования. Я участвую во многих конкурсах – международных, региональных, всероссийских. Даже конкурс выигрывала не только первые места, но и гранты завоевывала. Обращаясь к лучшим студентам, Алексей Русских подчеркнул, что Ульяновская область гордится талантливой и яркой молодежью и рассчитывает на то, что стипендиаты будут жить и трудиться в родном регионе. Валентина Никонова, Юрий Ломатов, Ол Правда ТВ.